Пройти курсы начальной военной подготовки, чтобы защитить себя, свою семью и свою родину. Именно этому учит ульяновцев общественное движение «Рокот». Занятия в центре «Рокот» Ульяновск проводятся по множеству направлений. Мотивационная, тактическая, огневая и инженерная подготовка, ориентирование на местности, управление и связь, медицина. Базу для обучения посетил глава региона Алексей Русских. Участники движения показали губернатору оборудование и учебные помещения. Имитаторы боеприпасов, которые учатся сбрасывать курсанты. И хвостовики уже непосредственно. Хвостовики, да. Вот эти хвостовики могут уже на боевые гранаты надеваться и использоваться на фронте. «Рокот» – общественное движение, работающее в Ульяновске с 1 октября 2022 года. Команда из нескольких человек, имея боевой опыт, решила организовать начальную военную подготовку в нашем регионе. Уже сформирована материальная научно-техническая база и выпущен первый поток курсантов. Курсы прошли добровольцы, которые вскоре направятся в зону СВО. Также к нам приходят просто ребята, девушки, кто даже в армии не служили, но хотят научиться азам военной подготовки. Занятия в центре проводит опытный инструкторский состав из 26 человек, а также действующие сотрудники силовых структур и ветераны боевых действий. Все инструкторы являются добровольцами и работают безвозмездно. Все, что здесь изучается, это самый передовой опыт из зоны специальной военной операции, плюс технические наработки специалистов с огромным опытом боевым и техническим, инженерным. Сейчас очень неспокойное время, и каждый из нас должен быть готов к защите нашей Родины. Пройти бесплатные курсы военной подготовки может каждый желающий. Срок обучения не более 3 месяцев. Занятия проходят в будние дни, включая вечерние часы, а также выходные и праздники. Записаться на курсы можно через сайт nvprokotulyanovsk.rf. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.